Слишком длинное ограждение на остановке 12 сентября стало настоящим препятствием для пассажиров автобусов. Из-за нового забора людям приходится ходить по дороге, а не по тротуару. В редакцию «Правда ТВ» обратилось несколько жителей Ленинского района. Они утверждают, что остановка общественного транспорта на пересечении улиц Минаева 12 сентября стала не только неудобной, но и опасной. По словам взволнованных ульяновцев, тротуар отгородили 2 недели назад. И бывает, даже дети здесь ходят. Я сама неоднократно наблюдала. Поэтому, пожелание, чтобы открыли, хотя бы где кончается вот эта крытая остановка. Потому что бывает несколько маршруток на остановке, и люди выходят на проезжую часть. В это время большой поток, утром рано же мы приезжаем здесь. Очень сложно перейти вот на тротуар сюда. Пожилые люди выходят, да, из маршрутки, и они идут прям с палочкой вот по дороге. Это сейчас летом. А если здесь будут сугробы, то это вообще невозможно. Очень неудобно. Прошла ли по нормативам новая конструкция? Наша съемочная группа обратилась за комментарием в городскую администрацию. В мэрии ответили, забор установлен по всем правилам дорожного движения. Остановочный павильон перенесли на несколько метров от светофора, чтобы не создавать на дорогах опасных ситуаций. Возникшей проблеме, по словам администрации, виноваты водители маршруток, которые высаживают пассажиров раньше остановки. Автобусы должны останавливаться напротив остановки. Остановка смещена в сторону центральной части города. Привыкнут ли горожане к новому архитектурному решению, покажет время. Соответствие заданным стандартам еще не означает удобство для человека. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Ул-Правды ТВ.